Мы приобрели новую технику для зимнего содержания автомобильных дорог города Киева. Это оборудование, которое предназначено для внесения жидких реагентов на дороге. В чем преимущество? В том, что это больше даже превентивная обработка дорог перед возможным снегопадом, возможно, гололедица, для того, чтобы убрать скольжение автомобилей на дорогах и обеспечить качественную эксплуатацию дорог. Тендер был проведен на 12 машин, но город пока что выделил финансирование только на 3. Мы искренне надеемся, что в бюджете 2019 года будет предусмотрена закупка еще 9 комплексов, что полностью обеспечит город этим оборудованием и кардинально улучшит ситуацию с аварийностью на дорогах. Данная машина достаточно интересна с точки зрения ее продуктивности и технических характеристик. Машина может работать на скорости до 60 км в час, обрабатывая покрытие шириной до 12 метров. И расстояние, на которое она может проехать на одной заправке, около 11 км. Такого класса машины, они прежде всего являются машинами, серьезно экономящими ресурсы. Деньги, которые тратятся на закупку реагентов, соли, песка, использование аналогичной техники позволяет экономить до 20-30% от бюджета, который выделялся ранее. Автомобиль укомплектован оборудованием Liquid компании Раска, также передним отвалом 3-4 метра, и для летнего обслуживания дорог это идет. Кроме машины, нами поставлено еще и уникальное оборудование по приготовлению солевого реагента. Это оборудование установлено в каждом из дорожных управлений. Данный комплекс отличается и высокой скоростью в приготовлении рассола. 8 тонн рассола – это вот полностью емкость, которую вы видите на автомобиле, готовится комплексом за 15 минут. Максимально эффективная температура работы с этим реагентом до минус 6 градусов. Гарантия на автомобиль и на оборудование 2 года без ограничения пробега. В каждом областном центре есть сервисная станция, их сейчас 23.